Когда я первый раз встал на лед, первая моя мысль была о том, что я больше никогда не встану на лед. Все едут, а я не могу, я так за бортик держусь, там как-то двигаюсь еле-еле. Мама меня уговорила о том, что ну ходи, что тебе там, дальше поймешь. Я для себя решил, что я одаренный ребенок гораздо раньше, чем ко мне пришли первые успехи. То есть я выходил на лед, и я думал об этом, что я особенный, я вот что-то знаю, я что-то вот умею, что-то такое особенное. В спорте высших достижений не можешь стоять на месте. Чтобы показать более высокий результат, ты должен выходить из зоны комфорта. Показав, допустим, какое-то высокое время, ты в любом случае должен думать о том, что ты должен сделать для того, чтобы сделать еще шаг выше. 1500 метров – это средняя дистанция, где ты должен обладать как качествами выносливости при очень сильных болевых ощущениях, так ты должен и другую систему раскачивать, которая отвечает за разгон и скорость. Ты бежишь и просто, ты просто чувствуешь, как вот оно, вот эти волны звуковые. То, что ты проигрываешь на первых метрах дистанции, потом ты уже отыграть не сможешь. Потому что такая дистанция, все время пытаемся развивать скорость на первых кругах. Ready. Мировой рекорд, все как-никак, и так просто они, наверное, не бьются. Прибегая к финишу последние 100 метров, я просто изо всех сил пытался шевелить ногами, потому что к этому моменту ноги уже ужасно забиты. И было некое ощущение такое внутреннее, что вот я прям сейчас борюсь с рекордом мира. И всего 0,02. Это очень мало, это буквально сантиметров 10-15 на коньках на такой скорости. До того момента, пока не посмотрел на табло, я ни в чем не был уверен. Я за свою карьеру много раз падал. Конькобежцы летом, естественно, используют ролики. Да, и вот я на роликах помню первые шаги, потому что на роликах немножко страшнее делать, нежели на льду, потому что асфальт – это не лед, и на асфальте хуже падать намного, чем на лед. Прошлый олимпийский цикл перед Олимпийскими играми в Сочи был последний день сбора. Это был последний отрезок, который мне нужно было отработать. Это был последний круг. И так случается, что у меня нога проскальзывает в повороте, я падаю там кувырком и, короче, весь ободрался. И меня везли на автобусе до нашей спортивной базы. Я помню, вот я спрашивал, просто мне было так обидно. Я думал, ну почему? За что? Ну, еще серьезное было как раз вот в самом начале, когда я первые шаги какие-то делал, я помню. Ну, там я лицом просто прикоснулся к асфальту. Ну, вот асфальт я не люблю просто с того момента. Прошедший чемпионат мира, последний, который состоялся на Олимпийском стадионе в Корее. Тестовое соревнование перед Олимпийскими играми уж так заведено. За год до Олимпийских игр на объекте, на котором эти Олимпийские игры пройдут, проводится чемпионат мира. Я очень надеялся стать четырехкратным, но не получилось. Да, получилось только серебро. В тот момент можно посмотреть какие-то интервью, там я прям расстроился, но спустя время, обдумав все это, я в этом нашел, наоборот, мотивацию. И не отвлекаясь практически вообще ни на что, с апреля месяца, именно вот целенаправленно, я знал, к чему я иду, что я хочу сделать, чего достичь. Я хочу стоять в числе призеров на Олимпийских играх. Ну, Олимпиады вообще, я так думаю, смысл жизни почти всех спортсменов, если не всех. Так.
такое решение, оно разрывает, можно сказать, сердце на две части. С одной стороны, ты думаешь, что, блин, не надо ехать, какого черта, почему так несправедливо все, полное непонимание вообще, как такое может быть, и что этот мир поехал, вообще с катушек слетел. Вот. С другой стороны, ты думаешь, что надо ехать обязательно, нужно доказывать, побеждать. Мы в целом адаптировались к этой ситуации, отдаемся полностью целиком своему делу. Моя позиция в том, что да, я должен быть готов всегда. Неважно, как там что будет, главное, чтобы я был готов.